дизайн-студией Ботинков мы знакомили уже очень давно. Первое, что было сделано ими, это квартира нашей дочери. Нам очень понравилось как отношение Александра Ботинкова, его жены Катерины, как они хорошо работали с нами. Сначала у нас было немножко недоверие. Я вот, допустим, вместе с ними, вместе с Катериной ездила, сама выбирала какие-то материалы. Но когда мы стали делать вторую квартиру, недоверие это все прошло, и полностью мы доверились этой фирме. Они делали абсолютно все, учли все наши пожелания. Мы хотели сделать квартиру в форме, вернее, в стиле классики. И вы знаете, вот с 2008 года мы живем вот в этой квартире, и нам здесь очень удобно, очень приятно. И спасибо большое студии. Большое спасибо, конечно. И еще надо сказать, что мастера, которые работали здесь, это тоже по рекомендации фирмы студии Ботинков. Все рабочие относились очень к нам хорошо и очень хорошо сделали ремонт. Не ремонт, а отделку. Отделку полностью. Вот, большое спасибо. Катерина, вот, она полностью от начала и до конца ремонта она сопровождала этот проект. И большое им спасибо. Мы рады, что живем вот в таком, что познакомились, во-первых, с этой студией, дизайн-студией, что там такие замечательные люди. Спасибо им большое.